Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1242. События дня. Буду возвещать имя Твое братьям моим. И полный текст внизу. И далее объявление. Всегда даем его. Умерла сестра, какое состояние вот у ней было. И потом попросили организовать как бы помощь. Считайте, смотрите, и вот здесь все. Наталья, одна баба такая, что сама себе на уме, я ей писала лично, но ей нравятся любвисты, которые учат только любви, а не страху Божьему. Если там-то промыли хорошо мозги раньше с ней, намного легче было бы беседовать. А сейчас у нее помышление еще раз выйти замуж, на те же грабли хочет наступить. Явно думает не тем, что между ушами. В общине Барнаульской столько сестер, и ни с кем не нашла общения. Странно. Алексей, добрый вечер, Игнатий. Да благословит и хранит вас Господь. Я сегодня подписался на ваш канал. Спасибо Господу, что есть такие люди, как вы. Сейчас в наше время очень тяжело найти духовника, так как все, ну или почти все, искусились деньгами. Я имею в виду священников и всю патриархию. Я верующий человек, очень почитаю нашего Господа, владыку всей земли. Мне очень хотелось бы с вами пообщаться на многие темы, если вы, конечно, не против. Вы настолько толково и правильно все говорите, я полностью с вами согласен. Кто это пишет? Алекс. Дмитрий. Вячеслав Семенов пишет, благодарит. О крестах на подошве обуви, попирание крестов. Купили ребенку обувь, посмотрели подошву, а там кресты. Ну, тут какие советы дают. Расплавить огнем, срезается ножом. Ну, тут Роман вышел, объясняет им, что никакой разницы нет. Вот какой разговор. Такое ощущение, Дмитрий говорит, что проповедь Т была проигнорирована. А Ксения им отвечает, а они снова ей пишут. И вот мне сказали, что человек один хочет помочь, мы переписываемся. Вот так. Если интересуетесь этой перепиской, тормозите, и дальше пойдет. Ряд ответов на вопросы. Господь через Игнатия Тихоновича помог им стать православными. Я вещь готов. И отвечаю ряд ответов на вопросы. Господь помог им стать православными. Каждый день получают такое. Важные вопросы. Как крестить полным погружением инвалида, лежащего человека, которому больно вставать, все равно его в воду с головой? Ответ. Крестили парализованного Сергея Козлова так, в несколько слоев целлофан, делали корытом, держать за углы и облить, полностью трижды с произнесением нужных слов из требника. Вопрос. Можете совершать крещение человека, не священник, например, ребенка при смерти его мамы? Если да, то как? Ответ. Полным погружением и произнесением слова причащается раб Божий, имя рек. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и третий раз и Святого Духа, аминь. Человеку больному, старой бабушке там вопрос. Как совершать земные поклоны на молитву, если она не может? Бог примет молитву и без поклонов? Ответ. Без поклонов или только крестное знамение без поклона? Или малым поклоном? Так может по силам.
Четвертое. Если священник был крещен неполным погружением, то все таинства им совершенно недействительны. Евхаристия им не совершается. Просто вино раздают людям. Или таинства действительны, все ли таинства им совершенные. Если этот священник крестится правильно, то его рукополагать надо заново. Как все подобные вопросы разрешаются? Я отвечаю, таинство принято признавать все действительными, но крещение он должен в самое ближайшее время принять с полным троекратным погружением от рук священника же. Его рукоположение считать настоящим, его бракосочетание тоже иные таинства. Принять только крещение, без миропомазания, если оно уже не было. С уважением, Вячеслав Петрович, пишу. И тут опять дальше переписываемся. Вот это я держу, это не вижу, тут туман. Видимо, давно уже нету. Но придется назад вернуть это. Что тут переписка-то была? Букву-то не видать, а я и не видал, что темно так. Ну вот. Просят адрес, вот я опять покажу сейчас здесь. Сбербанк. Вот теперь считать можно, я не видел это. Опять исчезает, видишь? Ну, это техника такая. Виноват, и ничего не можно сделать. Обратила внимание, с какой любовью вы, мне пишет, на него, на Сергея смотрите. Я вас таким еще не видела и ни в одном видео. С таким уважением и любовью вы смотрите на Сергея. Я стала на него вас сейчас смотреть по-другому. Я думала, что вы очень строгий. Но в этом видео я поняла, сколько вас любви к людям. Помолитесь обо мне по тени. Вот сколько пришлось промотать, показать. Ну и, естественно, покажу наши ресурсы. А ресурсы очень даже простые. Это мой мир. Мой мир. Вот я открываюсь. И покажу сейчас, где у нас в моем мире моя страница. Я просто в шапке стою. А где с голубем, то не действительно.
Вот, просчитать, что-то Наталья Чернова зашла. Дальше пишет Наталья. На газа ногу не закинул. Значит, есть что-то. Я к нему, как говорится, прикипел, к этому Алексею Шахматову. Молюсь за него. Что-то же есть вот такое. Ну, вот так. Потом у нас очень большой форум. Вот. 1600 тем. Ну, и очень большой канал. Вот он где открыть. Православный канал видео. 36 727 подписчиков. И 35 миллионов 540 тысяч просмотров. Ну, а кроме того, есть еще и во свете Библии православный библейский сайт. Все, сейчас вопросами занимаемся. Вот справа они идут, 55 папок. Ну, можно сказать, все, все. Это речь идет о субботе. Вечером молились, батюшки здесь нету. Тишина, тепло, печку не топить. Ну, все хорошо. Слава Богу.